Джесси – собака с разбитым сердцем. Еще 3 года назад она пыталась выжить на улицах, когда ее нашли спасатели и отправили в приют. У собаки появился реальный шанс найти семью, но этого не случилось. Джесси до сих пор живет в переполненном приюте. Волонтер говорит, что на собаку больно смотреть. Она поникла и чувствует себя одинокой из-за того, что уже 3 года живет в приюте. Почему же у малышки проблемы с поисками семьи? Во-первых, ей понадобится какое-то время, чтобы наладить контакт с потенциальным усыновителем. Она не готова довериться человеку в первые же минуты знакомства. Во-вторых, она выглядит хмурой и злой собакой, хотя на самом деле это не так. Просто Джесси боится незнакомцев, а с персоналом приюта ведет себя совершенно иначе, понимая, что эти люди уж точно не причинят ей зла. Сотрудники приюта и волонтеры сделали все возможное, чтобы помочь животному. Они создали для Джесси онлайн-профили на сайтах спасения. И рассказали о ней в социальных сетях. Но что бы ни делалось, на собаку по-прежнему никто не обращает внимания. А ведь Джесси уже исполнилось 9 лет. А что хуже всего, собака, кажется, чувствует, что никому не нравится. Она опускает морду и плечи, словно смиряясь со своей участью. Джесси в течение 3 лет видела, как другие собаки уезжают домой. В прошлом году ее ненадолго взяла домой одна из волонтеров, девушка по имени Энни. Но это длилось, пока в приюте шел ремонт. Собаке настолько понравилась домашняя жизнь, что она впала в депрессию, когда ее вновь вернули в приют. Джесси обожает долгие прогулки и игры с теми людьми, которых хорошо знает и которым может доверять. Волонтеры по-прежнему не теряют надежды на то, что вскоре найдется человек, который сумеет разглядеть этот неограненный алмаз. Ведь все, что нужно Джесси, — любовь и терпение. Поскорее бы эта малышка стала счастливой.